Планета, куда мы следуем, максимальное увеличение. 5, 4, 3, 2, 1. Готово. На этот раз у нас получится. Ура! Эта планета станет нашим новым гостеприимным домом. Судя по предварительным данным, она очень похожа на нашу. Нам повезло. Тогда давайте скорее спустимся. Нас уже раз 5 выводили из криогенного сна. Если нас опять заморозить, то мы покроемся морщинами. Прекрати, Стив. А вдруг она непригодна для обитания? К тому же, такие вопросы не нам решать. На первый взгляд, там можно жить. Но океанов там нет, а почва состоит преимущественно из кварца. Я думаю, не стоит будить стариков. Джой, интересно, какие цветы там растут? Рэма, ты же слышала? На этой планете... Не торопись. У нас еще куча времени, дождемся результатов детальных исследований. И тогда мы будем решать, как быть дальше. Цветы! Вот бы красные! Ты опять здесь? Где Найвс? Рэма, скажи, почему они все спят? На этом корабле слишком тихо. А тех, кто бодрствует, нас всего лишь 7. Вэш, я расскажу тебе, что написано на внешней обшивке нашего корабля. Проект Семена. Проект Семена? Сам этот корабль и является семенем, на котором мы, люди, несем свои гены в новые неизведанные миры. Поэтому нас можно назвать хранителями этого семени. Если во Вселенной есть Бог, он, может быть, снисходительно посмеется над желанием человечества продлить свою жизнь. Может, кто-то сочтет это эгоизмом, но люди выжили, потому что они обладают сильной волей к жизни. Их всех ждет много трудностей на новой Земле. А наша работа — охранять их сон, пока мы не прибудем на место. Мы тоже сможем помочь. Я вас ищу, а вы вот где. Давайте пообедаем в нашем любимом месте. Любишь эту песню? Когда мне весело, я невольно ее напеваю. Ты против? Нет, это хорошая песня. Спасибо. Как интересно. Это та самая жидкость, что и всегда. Но здесь вкус ощущается по-другому. Потому что здесь есть жизнь. Найвс, Вэш, прислушайтесь. Разве вы не чувствуете? Она опять за свое. А ваш мир, Рэма, он был таким? Нет. Наша родная планета была более просторной и разнообразной. Жизнь на ней так и кипела. Вот бы взглянуть. Не просто взглянуть. Нам и создавать наш новый дом. Ты готов? И там будет... спокойная мирная жизнь. Без войн. Не будет несправедливости. Это будет рай, где люди, наконец, смогут зажить по-человечески. Наш дом, планета Земля, превратилась в мусорную свалку, где человечеству долго не протянуть. Чтобы хоть как-то выжить, и был создан этот проект. Проект «Семена». То есть корабль, на котором мы летим? Судя по данным компьютера, люди были наказаны за то, что стали плохо относиться к своей планете. Верно. Человечество в пору своей незрелости считало, что Земля и ее ресурсы неисчерпаемы. А когда мы осознали свою ошибку, было уже слишком поздно что-то менять. Тогда почему люди решили запустить этот проект? Чтобы выжить? Вот именно. Это основной инстинкт всех живых существ. Когда они оказываются на краю гибели, то изо всех сил цепляются за жизнь. Как можно жить, принеся в жертву родной дом? Иногда приходится чем-то жертвовать. В отличие от других живых существ, у людей есть разум. И мы можем свести эти жертвы к минимуму. И попытаться исправить ошибки прошлого. Здесь у нас масса свободного времени. Мы все много размышляем.
Во время нашего путешествия мы ищем ответ на вопрос, как сделать так, чтобы все были счастливы. Ничего у меня не выходит. О чем ты? У меня нет ни грамма педагогических способностей. Я лишь рассказываю им то, что они легко найдут в компьютере. Тем более, что я никогда не был отцом. В этом мы похожи. Нет. Ты учишь их ценить человеческие чувства, доброту, рассказываешь о важности будущего. Не льсти мне, Джой. Я всего лишь играю с ними. Я же говорю, мы слишком разные. Интересно, зачем близнецы полетели с нами? Это ангелы. Да-да, не удивляйся. Ангелы, которых послал сам Господь, чтобы указать нам единственно правильный путь. Мне приятно так думать. А где Рема? Нянчится с детьми. Какая безалаберность. Она прохлаждается, а нам еще надо отладить энергостанцию. Эта парочка уже все сделала, пока ты спал. Что? Ты шутишь? На эту работу уйдет 2 дня, не меньше. А чему тут удивляться? Давно пора привыкнуть к их проделкам. Их IQ намного превосходит твой. Это уж точно. Когда надо работать головой, они тебе 100 очков вперед дадут. Что за чушь? Разве можно доверять им управление кораблем? Смотрите, как они выросли всего лишь за год. Эти мальчишки-мутанты, чудовища! Вэш! Вэш! Что, ты опять хнычешь? Стив опять дразнился, что я не человек. Для этих людишек мы с тобой непрошенные гости. Пока они не осознают, в чем дело, придется потерпеть. А Рема уверяет, что с нами все в порядке. Помнишь, капитан Джой? Вчера говорил, что самый разумный выход из этой ситуации — свести потери к минимуму. Как ты думаешь, почему растения не разговаривают? Потому что они сильные. Так Рема объясняла. Они сильные и думают лишь о том, чтобы жить, поэтому им не нужна речь. Эти плоды съедим мы. Да, чтобы выжить. Может, и нас когда-то съедят. Нет, Рема сказала, что мы построим рай, где этого не будет никогда. Эй, Найвс, что ты здесь делаешь? Таким, как ты, сюда нельзя! Пшёл вон, щенок! Зачем я здесь? Зачем я здесь? Найвс, жди своей очереди. Не торопись. Раньше я не замечала, что у тебя волосы так сильно вьются. Правда? Я кое-что придумала. Ёжик. Тебе очень идет. И ты стал похож? На кого? На человека, которого я любила. А где он сейчас? На небесах, в раю. Он всегда и во всем поддерживал меня. Он помогал мне оправиться от совершенных ошибок, двигаться дальше и исправлять их. Но я потеряла его. И поняла, что теперь я сама должна смотреть вперед и идти дальше. Поэтому я села на этот корабль, чтобы всегда смотреть в будущее. Рема, тебе грустно? Немного. Я не оставлю тебя одну. Честное слово. Обещаю, я тебя очень люблю. Ты еще ребенок. Все равно спасибо. А теперь поменяйтесь местами. Найвс. Ничего не выходит! Я
Так и знал, что ты здесь. О? Что у тебя с волосами? Небольшая смена имиджа. Если мы одинаковые, значит, у нас нет индивидуальности. Красивая прическа, Нейвс. Спасибо. Я и сам удивлен, но от твоих слов мне стало легче. Ты выглядишь как настоящий интеллектуал. Да, а вылитый философ. А я? Испорченный мальчишка. Это жестоко. Как вы можете пить чай за одним столом с этими монстрами? Ты слишком много выпил. Вовсе нет. Послушай, у тебя что, работы мало? Займись лучше делом. Отвали, дела никуда не убегут. Какая гадость. Разве взрослому человеку так подобает себя вести в присутствии детей? В последние дни он все время на взводе. Он боится. Что он себе позволяет? Какого черта он лапает Мэри? Как мне надоели эти двое. Но что поделаешь, с одним будет скучно. А? Гораздо проще. Ты сам хотел спасти бабочку. Нет, я хотел спасти их обоих. Каким образом? Если паук не поймает бабочку, он умрет от голода. Ты даже этого не понимаешь. Ты слишком легко сделал выбор. Они оба живые существа. И поэтому... Я поступил правильно. Если все время спасать бабочек, то паук погибнет. Но... Вы хотите спасти весь мир. Так не бывает. Пока вы будете стоять и думать, как бы всех облагодетельствовать, бабочку наверняка кто-нибудь сожрет. А! Неправда! Я придумаю, как спасти их всех! Я не понимаю тебя, Вэш. Это я тебя не понимаю, как не стараюсь! В соответствии с законами, действующими на борту во время космического путешествия, Стива надлежит поместить в морозильную камеру. По завершении проекта он будет освобожден и предан суду. Я слегка перебрал, разве это преступление? Это субъективно, у нас мало улик. Я своими глазами видел, как он входил в комнату Мэри. Но я же ничего не сделал! Давайте все досконально выясним. Да, нас тут мало, но человек не может существовать без закона. Каждый должен это осознать. Давайте сначала выслушаем Стива, а уж потом будем... Рэма, он надругался надо мной. Нет! Честное слово! Рэма, почему люди не могут жить дружно? Потому что все люди думают по-разному. Но даже когда мы совершаем ошибки, нам дается много возможностей их исправить. Когда ты обернешься назад, то поймешь, что там тебя ждет будущее. Это трудно объяснить. К этому надо прийти. Замуж? Держи. А, что это за штука? Мы ждем вас на мостике. Отчет об исследовании планеты уже готов. Стив никогда уже не пробудится ото сна. Я кое-что подкрутил в морозильной камере. Но я об этом не просила! Мы же с тобой сообщники. Джой! Да, Рэма. На палубе А-12 отключилось видеонаблюдение. Ром!
Она сама напросилась. Решила предать меня. Она клялась, что Стив ей противен. Вот я и помог ей. Рон. Она уверяла, что любит меня. Даже не верится. Не правда ли? А? Вот оно что. Теперь я все понял. Это из-за него моя Мэри погибла. Рон, что ты говоришь? Опусти пистолет. Рэма, что там у вас? Рэма? Я имею полное право застрелить это чудовище. Уйди в сторону. Ни у кого нет права отнимать жизнь у другого человека. Пожалуйста, опусти пистолет. Не подходи! Рон, опомнись! Во мне что-то сломалось. Это конец. Все будет хорошо. Рэма, не лезь на рожон! Рэма! Ты еще можешь начать все сначала. Ну же! Сначала? Нет, Рэма! Зачем, Джой? Если бы я замешкался, он бы выстрелил. У меня не было выхода. Роун и не думал стрелять. Прости, но на мониторе этого не было видно. Я принял единственное верное решение. Роун, Мэри. Джой, я тоже думаю, что ты поступил правильно. Роун просто обезумел. Да, наверное. А что, если Рэма права, и Роун не стал бы стрелять? Как мне жить после этого? Ты всего лишь человек. Я не ошибся в выборе. Навигационная программа. Изменение курса. А? Что случилось? Кто-то изменил курс. Тот же курс, заданный остальным кораблям. Система перешла в режим самоизоляции. Следуя этим курсам, корабли упадут на планету. Рон скорректировал навигационную программу. Нам надо спасаться. А Джой? Он послал меня к спасательным шлюпкам, а сам попробует изменить курс. А что будет с людьми, которые спят на корабле? Нам сейчас не до них. Рэма! Скорее! Попробуем спастись. Внимание, внимание! Корабль входит в плотные слои атмосферы. Немедленно покиньте корабль. Немедленно покиньте корабль. Рэма, скорее! Их ждет много трудностей на новой планете. Не просто взглянуть, нам создавать наш новый дом. Когда ты обернешься назад, то поймешь, что там тебя ждет будущее. Что с тобой? Алекс, дай мне сил. И летите, я вас догоню. Почему? Что случилось? Я не могу оставить Джоя одного. Мы попытаемся сделать так, чтобы никто не погиб. Но программа уже запущена. Нет, не уходи, Рэма! Прости меня. Если бы он был жив, я уверена, он поступил бы так же. Вэш, позаботься о Найвсе. От этих людишек. Они готовы отдать жизнь ради глупой сентиментальности. Я собирался оставить ее в живых. Ведь ты к ней привязался. Но она не была безупречной, а такой же, как все. Вот и славно, что ее больше нет. Найвс! Никакого переселения не будет. Зачем распространять вредных микробов в здоровом космосе? Значит, это ты? Разумеется. Но ты можешь не волноваться. С кораблем, на котором находится энергостанция, ничего не случится.
Ведь мы с тобой должны построить наш новый дом. Упадут только корабли с людьми. Верни мне раму! Верни мне ее! Верни! Бортовые компьютеры начали корректировку орбиты. Что? Торможение двигателем? Я проиграл. Рема! Вэш, позаботься о Найвсе. Я знаю, Рэм. Я постараюсь. Я его. Кровавую пятую луну, которая светит нам своим багровым светом. И вспомни имя этого человека и его легенду. Для этого тебе нужно всего лишь поднять глаза к небу. Его легенда навсегда запечатлена на пятой луне. Легенда Вэша Урагана. Сроки близятся. Расскажи нам о следах его, ведущих в будущее.